закрыли. А кто закрыл? Зачем? Почему? Потому что здесь хотят построить храм, а мы не хотим храм. Стройте там, там. Зачем вы строите здесь? У города отнимают землю. Все почувствовали, что это вдруг вот наше общее такое. Но надо понимать еще одну вещь, что с той стороны тоже екатеринбуржцы. Екатеринбуржцы, которых в городе знают, там куча сторонников, в частности Игорь Алтушкин, который за строительство, основной движитель вот этого строительства. Но он был моим товарищем, там, и я к нему много раз обращался за помощью. Не нравится не идея строительства здесь храма, а идея того, что под храм выбран этот клочок земли. Дарья, вы вчера были задержаны. Расскажите, что происходило, как вела себя полиция? Ну, смотрите, люди также гуляли, да, как сегодня, тусовались, было народу в разы больше, чем сейчас. И время от времени, ну, первый был флешмоб, да, когда людям предложили фонариками посветить в небо, и все это сделали, было здорово, очень такой момент единения. Были лозунги, которые люди скандировали периодически. «Мы за сквер», «Это наш город». В общем, ничего агрессивного. Когда полиция начала действовать? В 11 часов полиция, ОМОН выстроился в ряды, цепочками просто начал идти на людей, вытеснять их из сквера. Прозвучало предупреждение, что всем нужно разойтись. Причины не ясны, потому что как бы, ничего, никто не делает ничего противоправного, все просто тусуются, общаются.